Привет, друзья! Российский военнослужащий показал, как происходит подготовка к стрельбе из ПЗРК «Игла». Несмотря на свой возраст, а ПЗРК «Игла» третьего поколения поступил на вооружение российской армии в 1981 году, установка до сих пор работает эффективно по всем целям. Дальность стрельбы ПЗРК «Игла-С» до 6000 метров. Техническая информация о нем в ссылке на видео в комментариях к ролику. Работает просто. Откидываются прицельные планки. Труба закидывается на плечо. Скидывается передняя заглушка. Вот и ожидаем саму цель. Как цель видим, начинаем прицеливаться и производим накол. Производим накол, чтобы питание пошло на компьютер и происходил уже захват самой цели. Лампочка стабильная, сигнал стабильный. Зажимаем спусковой крючок и ожидаем поражения цели, как ракета вышла. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.